Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником. Бывшего инспектора ДПС и его приятеля задержали в Татарстане по подозрению в похищении человека и вымогательстве. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Республиканского управления СКР. По версии следствия, 27-летний бывший полицейский и его 38-летний знакомый выпили в одном из развлекательных заведений Буинска и стали приставать к местному жителю, который, на их взгляд, вызывающе, шагал. 29-летний молодой человек объяснил им, что недавно перенес операцию на позвоночнике. Нетрезвые злоумышленники избили мужчину и отвезли за город. Там они потребовали у него 15 тысяч рублей за то, что, пытаясь защититься, он бросил в одного из напавших бутылку. Затем приятели надели на молодого человека наручники, обвязали вокруг его талии буксировочный трос и заставили пробежать за их автомобилем несколько десятков метров. Пострадавший согласился с их требованиями, после чего те отвезли его обратно в город. Подозреваемые отказались от дачи показаний. Суд постановил заключить их под стражу. Расследование продолжается. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.